Итак, приступим к вязанию жилеточки к нашей юбочке. В комплект набираем 1, 2, 3, 4 воздушные петли, одну на подъем. И теперь вяжем простыми столбиками без накида. 1, 2, 3, 4. Одну на подъем воздушную, поворачиваемся и вяжем 1, 2, 3 и 4. Одну на подъем поворачиваемся и опять 1, 2, 3, 4, одну на подъем. Таким образом мы будем вязать ленту длиной равной обхвату груди. 3, 4 и 1, 2, 3, 4. Такая вот у нас должна получиться ленточка длинная. Итак, вот я провязала первый ряд. И хочу сказать вот что. Вот здесь вот, чтобы кромочка получалась аккуратной, здесь мы поднимались на 2 воздушные, 1 столбик делали, да, вот на предыдущем ряду. На втором ряду будете с краю делать простые столбики с накидом, 2 столбика с накидом, соединительная петля. А вот, ну вот в конце я покажу. И в конце то же самое. Вот я закончила тут вот эту арочку, вот сделала соединительную петлю и потом 2 столбика простых без накида. И потом опять поднимаемся на 2 воздушные петли. И опять столбик с накидом. И переходим сразу вязать наши 1, 2. Вот. И дальше. В общем, вот эти столбики будут у вас без накида только вот на одном ряду. На всех последующих будете вязать столбики с накидом уже, удлиненные. Это для того, чтобы вот этот край у нас не стягивался, чтобы он ровненько шел вместе с узором. Вот. А по ширине, значит, при длине 60 сантиметров у меня получилось... Вот сколько узоров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 узоров у нас будет по длине. И жилеточку я... Вот эта нижняя часть у нас получится жилетки. И до проймы будем вязать 3 узора. Итак, вот мы довязали 3 ряда этих узоров. Теперь мы будем распределять полочку и спинку. Как? Вот смотрите, вот у нас 3 ряда узоров. Это будут передние полочки. Вот. Вернее, не все 3. Вот это крайнее у нас будет пройма. Вязать мы будем только вот эти 2 на полочке. Здесь тоже 2. И здесь на спинке. На спинке будем вязать, кроме вот этих крайних, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 узоров у нас будет спинка. И вверх будем вязать где-то 4 узора. Каждую по отдельности с первополочки свяжите и
Так, вот смотрите, ну, наверное, покажу. Так, вот я полочку начну вязать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, вот. Нам только нужно будет два ряда узоров. Вот я их только и свяжу. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот, все. Дальше у нас вот этот узор пойдет на пройму. И поднимаемся вверх, поворачиваемся и дальше продолжаем вязать наш узор. Раз, два, три, четыре, пять. Семь. Переходим сюда. Так. Раз. Два. Три. Четыре. Пять, шесть и семь. Семь. И здесь два столбика кромочных. Вот так вот будете вязать вверх вот эти два узорчика. Четыре ряда. И также каждую часть. Также каждую часть, спинку и еще и другую полочку. Итак, вот мы связали вот такую вот заготовку для нашего жилетика. Значит, здесь у нас, как я сказала, два узора идет, здесь два, по два узора на пройму оставляем и остальное на спинку. Теперь как я делаю, вот здесь я один ряд не довязала. И вот чтобы не сшивать нам по линии плеча, я сразу же, заканчивая последний ряд узора, я начинаю присоединять ее к полочке. И вот смотрите как. Так, я поближе сделаю. Итак, присоединяем полочку. Так, вот я поднялась на одну воздушную, вернее, на две воздушные. Соединяю, делаю соединительный столбик с полочкой предыдущей. И раз, два. Здесь вот делаю соединение. Здесь у нас арочки по 3 воздушные будут. Но я делаю так. Одну воздушную. Соединяю вот в эту арочку, то, что у нас было. Опять одна воздушная. Соединяю с этой арочкой. Опять одна воздушная с той арочкой. Опять одна воздушная с этой арочкой. Одна воздушная с
переднюю, опять одна воздушная сюда, и опять одна воздушная сюда пойдет, одна воздушная сюда. Так, вот соединилась у нас тут. Теперь здесь у нас еще одна арочка осталась. Так, воздушная, соединяем сюда, опять воздушная, соединяем сюда. Теперь здесь у нас идет, видите, углубление туда немножко, поэтому не сразу будем туда соединять. Дальше вяжем столбик с накидом, воздушно, и опять в арочке начинаем соединять. Раз, соединилась арочка, воздушная, опять сюда. Так, где у нас должен быть рисунок, туда и соединяю. Опять воздушная, соединяю вот тут, опять воздушная сюда, опять воздушная сюда, воздушная варочку сюда, воздушная варочку сюда, и опять сюда и сюда. Так, воздушную делаем, и вот последнюю, где у нас кромка идет передней полочки, мы соединяем сюда. Делаем воздушную, соединяем сюда. Так, раз, два, три. Так, ну вот у нас вот такое вот соединение получилось. Не надо будет сшивать его, как видите. Дальше вяжем по рисунку, значит, наш узор, и будем также соединять другую полочку также со спинкой. Так, еще чуть-чуть, в общем, там у нас два рисунка. Не доходя двух рисунков, мы начнем присоединять следующую полочку. Раз, два, три. Так. Так, вот мы подошли к этой полочке и начинаем присоединять ее. Так, берем крайнюю, поддеваем, делаем соединительную воздушную петлю. Так, и начинаем также воздушная, соединяем карочки, воздушная карочки. Опять так же. И опять сюда. В общем, то спинку, то перед начинаем вязать. Так, здесь опять у нас выемка. Сразу не присоединяем, просто столбик воздушный, а потом опять начинаем присоединять вот к этой, к этому узору.
Так, и последний мы сделаем столбик, чтобы сильно не стянулось у нас полотно, и соединяем сюда. Так вот, так вот у нас выровнялось, все нормально. И все, на этом мы нашу заготовку закончили. Вот такая вот у нас заготовка для жилета. Теперь, так, сейчас я отдалю. Так, вот у нас заготовочка получилась вот такая вот. Теперь мы будем делать обвязку. Обвязку как мы делаем? Вот от проймы мы берем, от проймы вот отсюда будем по кругу обвязывать до сюда, по вот это место, низ, и вот до этой стороны будем обвязывать вот таким вот узором. И, пожалуйста, когда будете вот здесь закругляться, надо будет сделать, ну как, побольше, чтобы она не стянулась. Ну, вы поймете уже в процессе вязания, вы должны понять. Я потом, когда закончу, покажу, как я это делала. Итак, вот смотрим, я распределила, значит, вот начала делать обвязку, как видите, да, и закончила вот здесь вот. Это начало нашей обвязки вот этим узором. И смотрите, вот здесь вот с краешки я начала с двух столбиков с накидом, и дальше арочки с первой, вот это первая арочка, 3 воздушные петли, и дальше арочки все по 5 воздушных петель. И по всей длине у вас должно получиться, вот смотрите, вот эту не считаем, 1 2 3 4 5 6 6 6 на каждой стороне по 6 арочек. Вот здесь вот уголочек, как видите, чтобы у нас при закруглении узора не получилось стягивание, вот здесь вот эту арочку вяжете. Здесь соединяете, одну пропускаете, и потом опять соединяете. Такая вот у вас должна получиться. И то же самое вот здесь. Так, чтобы у нас не скручивалось это место. Так, там у нас по 6 арочек мы посчитали до сюда. Начиная вот из этой угловой, мы будем считать вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 арочек должно получиться, чтобы у нас равномерно распределился узор. Итак, вот я распределила наши арочки так, чтобы было одинаково здесь и здесь, чтобы у нас не перекосилась сама жилеточка. Вот смотрите, здесь начиная с угла, 1 2 3 4, и здесь тоже 1 2 3 4. Вот так вот у вас должно быть, и дальше вы уже по узорчику будете вязать, дальше уже легче будет. Итак, вот я обвязала 2 ряда столбиками, полустолбиками с накидами, и третий ряд вязала полустолбик с накидом и 1 воздушная петля между ними через один столбик предыдущего ряда. Вот так, чтобы было видно. Вот так вот, столбик, накид, столбик, накид, и пропускаете одну петельку предыдущего ряда, вяжите по кругу. Вот такая вот штучка получается. И теперь вот последний ряд просто опять полустолбиками обвяжите, и на этом обвязка закончится. И потом останется пройму обвязать, но пройму можно
два ряда просто обвязать полустолбиками с накидом. И так вот жилеточку я закончила обвязку. Здесь вот у меня два ряда полустолбиков с накидом. Здесь у меня был ряд полустолбик с накидом воздушная, и здесь дальше полустолбики с накидом. И вот здесь вот в это отверстие сплела шнурочек и вдела по всей длине. Это у нас будут завязочки. Вот это у нас завязочки. Такая вот жилеточка к нашей юбочке получилась. Как комплект. Ну вот и все. Урок закончен. До следующих встреч.